Итак, Всемогущий говорит Иезекиилю. Он говорит о том, как евреи грешат. «Я рассеял евреев среди народов и развеял их среди разных стран, в которых они стали странниками, и они отправились к народам, куда придется. И они отправились в Марокко, Польшу, Йемен, Бруклин». Чем они там занимались? И там, среди народов, они оскверняли мое святое имя. Что он имеет в виду, оскверняли мое святое имя? Я был в Боро-парке. Какая милая картина. Раввины, жены раввинов, миквы. Черные чулки, белые чулки. Великолепно. Он продолжает и объясняет. Когда народы скажут о евреях, это народ Бога, а мы изгнали их из земли, теперь вы понимаете, что означает осквернение имени Бога. Для нееврея поражение еврея означает, что Всемогущий либо слаб, либо его не существует.